Творитель Бог, Христос воскресший из мертвых, смертью смерть попрал, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, Иисущего гробе живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши и мир Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам есть. И остави нам долги наши, которые мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое и царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно, веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, и перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит ограждения истины, ибо не убоишься ужасов ночи, стрелами летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя во всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня. Избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дни насыщу его и влюблю спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Блаженны непорочные в путь ходящие в законе Господнем, блаженны испытующие сведения Его всем сердцем, ищут Его. Руцы Твои сотвори с Тебя и создаст Тебя, научи Меня заповедям Твоим, боящий Тебе узрь Меня и возвеселяться, яко на Севеса Твоя упова, призвана Меня и помилуй Меня, посуду любящих имя Твое. Стопы мои направи по совести Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие. Паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Все молимся. Упокоение души усопшей, рыбы Божьей Валентины, о еже простите сей всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якода Господь Бог наш ученик души, еже все праведные упокоиваются. Милости Божией, Царство Небесное, оставление грехи.
бессмертного царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Всякие плоти смерть по праву делу продержит миру Твоему даровавый сам Господи. Упокой душу усопшей рабы Твоя Валентины вместе светлым, вместе злащим, вместе покойне. Отнюдь избежи болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими слово. Делом или помышлением, яко благи человека любит Бог, прости. Я конец человек, и же будет и не согрешить, ибо один кроме греха, и правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина. Яко Ты есть воскресенье, жизнь и покой, усопшие рабы Твои, оно представлено Валентины, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и святым, благим, и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Святым Господи, научи меня оправданию Твоим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
миром Господу помолимся. Господи, помолимся. Упокоение души усопшей, рабы Божьей Валентины, о еже проститесь и всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Так это Господь Бог наш, учени души ее, еже все праведные упокоиваются. Бессмертного царя и Бога нашего просим. Боже, грехов и всякие плоти, смерть по праву дьяволу, упразднившись миру Твоему даровав, и сам Господи, упокой душу усопшей, рабы Твои Валентины вместе с ветвью, вместе с злачьей, вместе покойнее, отнюдь же ближе болезнь, печаль и воздыхание. И всякое согрешение, сидение, делом, словом и помышлением, как боги человека любит Бог прости. Я, конечно, если же будет и не согрешит, ты в один кроме греха и правда твоя, правда во веки, слава истина. Я, как ты, если воскресенье, жизнь и покой, усопшие рабы твои, Валентины Христе Боже наши, тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем и пресвятым, благим и творящим твоим духом, ныне пресней, во веки веков. Ученицы молят Тебя о Христе, ее же от земли приставил и сию верную вечных благ получить из подобия. Покрашай всяческое животное смешенное, посреди мя человека смирение вкупе величества создал еси тем же рабы Твои душу спаси упокой. Я жителя и земледелателя вначале мя учинил еси, преступши же твою заповедь, изгнал еси, тем же рабы твои душу спаси упокой. И же от ребра создав Еву прежде нашу праматерь из пречистого твоего чрева в плоть одевается, ею же смерти крепость чистая разруши. Пострадавшего животавче, и венцем победы украсившийся, прилежно приставшимися, верное вечное избавление подают. Наказать первые многими чудеса и знамениями меня заблудшего, напоследок самого себе истощил еси, яко сострадатель, и поискав обрел, и спас еси. Текущих непостоятельных ли к тебе пришедшего в селение к вечных жить и радостно с подобием блаже, оправдав верою же и благодатью. Есть непорочная, яко же ты, пречистая Богоматье единого, от века Бога истинного зачала и сего чреве смерти разрушившего силу. Воистину свет общаясь. Воистину свет общаясь. Слава Отцу и Сыну.
наибольшее, являя познание, еже одаре, многосовершенный владыка благостыни, мученические лики ангелам сочетал еси. Господи, душу слушай, еже тело славы Твоя получить из подобия к Тебе, приставшуюся и еже Христе, веселящихся ей жилище и глаз чистого радования. Поющая, прими божественную державу Твою, яко же от земли приял и сейчас до света сию содевая, греховным глу очищая много милостиви. Приятелище пречистое, храм всенепорочный, ковчег все святые девственное, место священия, Тебе доброту Яковлю владыка избрал есть. Боже, светом Твоим блаже, утренище Ти души любовью озари и молюся, да видит и славе Божий, истинного Бога, от врата греховного взывающего. Покой, Господи, душу усопшую, яко всеплодие священное, яко начаток человеческого естества, мученицы, прославлены принесшегося в Богове, нам спасение присно ходатайствую. Ой, Господи, душу усопшую, небесного пребывания, раздаяния, дарования, исподоби, Господи, прежде усопшую верную рабу Твою, подавая прегрешение и избавление. Еже един естеством животворец, иже благости воистину неисследимая пучина, скончавшуюся царствие Твое, Господоби, щедрее, едине, бессмертнее. Крепость и пение из Тебе, владычица миру, рождейся, и спасение быв погибшим, иже от адовых врат избавляя, верую Тебе, блажащая. Тебе собрал еси подражающие страсть Твою блажен, тем же молимся Ти, Тебе приставшуюся ныне упокой. Ой, Господи, душу усопшую, величенной славой Твоею, когда придешь и страшно судите миру всему на облацах, благоволи светло стрести Тебе, Избавителю, и в ее же от земли привял еси верную рабу Твою. Мужеством божественным, владыка, окованная, изводя и рабу Твою, к Тебе верно отшедшую в сладости райсей всели. Землю возвратихомся, приступши Божию заповедь божественную, Тобою же, Дева, на небо от земли вознесохомся, тлю смертную отрясши. Паки и паки миром Господу помолимся. Ищи, молимся, упокой душу усопшего и Божией Валентины, еже простите и сей всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, Господь Бог наш, учени души, еже все праведные упокоиваются. Господи, помилуй. И вести Божие Царство Небесное, оставление грехов и его Христа, бессмертного Царя, и Бога нашего просим. Господи, Боже, Господи, и всякие плоти, смерть, покровы, дьявол, празднишь от мира Твоему даровав, и сам Господи, упокой душу усопшую, рабы Твои Валентины, вместе светле, вместе злаще, вместе покойне, от нюды забежи болезнь, печали, воздыхание, и всякое согрешение, содеянное делом, словом или помышлением. Яко благий человека любит Бог, прости, а конец человека жив будет и не согрешит. Ты б один, кроме греха, и правда Твоя, правда во веки, и слово Твое истина.
яко Ты есть и воскресение, жизнь и покой усопшей рабы Твоей Валентины, Христе Боже нашей, Тебе славу высылаем. Со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим и Жетворящим Твоим Духом ныне присно во веки веков. Превозносим Христе во веки. Ой, Господи, душу сообщи, рады Твои. Житие, оставшее верное к Тебе, Владыце, пришедшее, прими, красы упокоивая, яко благоутробен Тебя, превозносящий во все веки. Благослови Сына и Святого Духа. И не в землю кроткие вся во дворетесь, прежде усопшие, спаси благоизволи. Верую я же в Тебя, оправдав, и благодать у Тебя превозносящая во все веки. Имени Крисна и во веки веков. Сидя блаженная, росшую Слово истину сущего блаженного, плотность ради бывшая, его же превозносим во все веки. Сим предобразивший непоколебимый воистину покой, ему же приставшийся блаже верную сподобие получите. Ой, Господи, душу сообщи, свет благо и божественного получите сияние Твоего кресте, верою приставшуюся благоволи, в недрах Авраама упокоение, яко един милости все сей дарует. И вечно господобляя блаженство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Свети с вам благ и благоутробие, наиволитель милости и благоутробие бездна. Ёже от места сего озлобления и сени смертной спаси, приставил и си,
и где же сияет Твой свет, сию учини. Сень святую, чистое, разумеемый, ковчег и скрижаль Тя закона благодати, Тобою во оставление даровайся оправданным кровью воплощенного из Твоего чрева все непорочное. Спати, пати миром Господу помолимся. Еще молимся о покаянии души усопшей, рабы Божией Валентиновой, же простите все всякому прегрешению, вольному же и невольному. Праведные упокоиваются. Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов, я у Христа бессмертного Царя и Бога нашего проси. Господи, помилуй. Боже, духов и всякие плоти, смерть по праву явно упразднили от мира и Твоему даровавый. Сам Господи, упокой душу усопшей рабы Твоя, но представлена Валентиной вместе с ветвью, вместе с злащей, вместе покой, не отнюдь же отбежи болезнь, печали, воздыхания. И всякое согрешение, содеянное ей словом, делом или помышлением, яко благи человека, любит Бог, прости. И конец человека же будет и не согрешит, ты б один корми греха. И правда Твоя, правда во веки, и слово Твое истинное, как ты все воскресенье, жизнь и покой усопшей рабы Твоя, Валентины Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем. С обезначальным Твоим Отцем Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Стихирку, какая житейская. Одну стихирку споем, какая житейская сладость. Там нет, там не смотри, там здесь нет, вот. Какая житейская. Ой, житейская сладость, пребывай печали непричастно. Ой, сладость, ни на земле не приложно. Все совсем не неучнейшо, все соне прелестнейшо. Единое мгновение, и вся связь мне приемлет. Слушаем слово наставления. Народ собрался, как принято говорить, провожает в последний путь нашу сестру Валентину. Посмотрите, сколько цветов. Это все выражение любви. Но ни об одном цветке Библия не говорит, только об одном вот об этом. И не все знают, как он называется. Это миндаль. В книге Екклесиаста говорится два слова. И расцветет миндаль. Это я принес ей. Мы знакомы с ней были более 40 лет. Мне легко говорить о ней. Она жила у нас. Мы встречались постоянно. Всего несколько дней назад говорили лично, по телефону. Подходят к ее дочери Наталье Васильевне, сочувствуют. Так принято. Но Священное Писание говорит такие слова, которые в нас не вкладываются. День смерти лучше дня рождения. Вот родится ребенок, поздравляем, сын родился. А нужно поздравлять, что умер человек. Потому так трудно перевернуть сознание. Почему? Человек отошел в скорбной юдоли, в страну радости. О ней скорбеть не надо, у нее все было в порядке. Она сознательно уверовала, что из-за ее грехи умер Христос. Она прощенная была, она исповедовалась, она соборовалась, она причащалась телом и кровью Христовой. Перед ней открыты двери рая. Но церковь православная установила молиться, ибо есть 20 мытарств, пунктов, на которых
таможня, так сказать, мытница, испытывает 40 дней отмечает человеку. Лгал за язык. Демоны все записывают. Это мы думаем, что никого здесь нет. Эта комната наполнена ангелами и демонами. Это в это верить просто надо. Это в каждой религии такое есть. И они представят, где говорил, где лгал, где обманывал. Другое пьянство. Как соблазнял. Да давай, да расслабимся, да поедем. Все придет сюда. Отуманивание, наркотики, табак. Все придется где-то отвечать. Ну так, а тогда все погибли. Все погибли, это истина так. Все до одного. И во всех религиях мира об этом говорится. И только в христианстве говорится. Тем более в эти пасхальные дни идут 40 дней. Мы приветствуем Христос воскрес. За грехи мира умер Христос Спаситель. Он взял грехи мира на себя. Он ее грех взял. Она знала, как молиться. У нее обращение было необычное. Ее биография сложная. Вот у меня вышли книги, в 12 томе написана ее вся биография. Как их раскулачивали, рассказывает ее мать. Вот подойдите ко мне, я вам дам наш сайт. Голосом, живым голосом ее матери, Марии Евлампьевны. Как их раскулачивали, сослали. Как она бежала с ними, ей было 11 лет. 700 километров тайгою. Где они ночевали, с какими зверями. Это все в прошлом. И мать ее уверовала. Они уверовали у баптистов. Но мы познакомились. И они познали святую православную веру. Они вернулись из сектантов. Вот еще чем путь ее необычен был. Она поверила, что без таинства нельзя спастись. Вот это воткивание, какое у православных, у других еще более красочное есть. Но нет того, что у нас есть. Вот здесь поминается фараон. Видя фараона, потопляем. Да фараон уже... Косточки гнили. Но церковь поминает именно здесь. Никакой режим, никакой строй ни на Украине, ни на Майдане не устоит перед Христом. А здесь торжество жизни. Это не смерть. Смерть – это видимое. Христос воскрес, и смерти нет. Большая статья патриарха появилась и говорит, смерти нет. Мы это знали без патриарха, но еще раз он нам напомнил. Кто верит в воскресение из мертвых? Христос воскрес. И воскресит наши смертные тела. Придет тот день. Вот она сейчас ничего не слышит, а она слышит. Ну, мы видим только, лежит тут ее труп, тело. Евангелие от Иоанна говорится. И услышит глаз Божий, все находящиеся во гробах, и восстанут из мертвых. 5 глава, 39 стих. Все, до единого, из мавзолея, сожженный, пепел развеянный был, все встанет в том же виде, но, как принято считать, 30-летнем возрасте, возраст Христа. И одни пойдут в муку вечную, другие в жизнь вечную. А кто в жизнь вечную? Те, которые верили во Христа. Чьи беззакония, грехи, ошибки, преступления Христос взял на себя. Он уверовал. И сегодня у гроба не человек проповедует, а смерть. Это самый старый проповедник. И он напоминает нам сегодня. От смерти никакие запоры, никакие охранники, никакие кремли не спасут. Она везде достанет. И в космосе, и под землей. От смерти спасает только Христос. Что для этого нужно? Уверовать. Иметь Евангелие, считать. Покаяться и впредь грехам своим не возвращаться. Эта сестра Валентина прошла тот путь, который завершился победой над смертью. Она вот только недавно причащалась, у нас Великий пост у православных был. Мы до конца остались близки друг с другом. Мне легко говорить о ее пути. Не все выдержат такой путь страдания. Путь поношения, оклеветания. Она все прошла. Это срез нашей истории российской. Это осколки ГУЛАГа перед нами. И мы должны это помнить, когда идете голосовать, мы вот не ходим голосовать, что мы помнили, я голос-то дал за Христа. Я со Христом. Многого можно не знать, но что умрешь, ты это должен знать. Листья на деревьях, видите, спадают. Сирахов говорит, листья опадают, весна, листья вырастают. Уходит поколение, приходит другое поколение. И все до единого голос Божий, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. И я, говорит Христос, успокою вас. Я дам вам покой. А у каждого столько беспокойств о детях, о внуках, такая нестабильная обстановка. Во Христе все по-другому выглядит, потому что смерти нет. Вот эта коротенькая жизнь, 70, 100 лет, ну 200 лет проживешь, это подготовка к вечности, где не будет конца, как бесконечность рисует восьмерка на боку. У нее нет ни начала, ни конца. И это уже где-то совсем рядом. Мировая история заканчивает свое существование. И сегодня напоминает, у нее высшее звание, то есть она мать, она бабушка, прабабушка, правнуки пришли. Но нигде не поминается об этом. Помяни рабу твою. Это высшее звание.
апостол Павел был высший мученик за Христа, но он говорит послание апостола Павла раба Христова. Быть рабом все рабы, но кому ты подчинил себя? Быть рабом Христовым – это счастье. Это выигрыш пал на тебя, ты только откликнись, ты слышишь сегодня голос. Все, кто пришли, кто не примирился со Христом, расслышь этот голос. Это она верила в это, и я как бы ее слова передаю. Ее голос живой записан ее матери. Я, кто подойдет, я говорю, дам вам на сайте, прослушайте. Без слез нельзя слушать, какие переживания. Но она везде молилась. Она прибегала к Богу. Она хотела проповедовать. Она в поездах и везде, где ехала, она везде людям говорила о Христе. Умела или не умела. Ее судить уже поздно. Она нам не принадлежит. Она уже предстала пред Богом. Поэтому, когда говорят о мертвом, говорит только хорошее или ничего не говорит, это неверная пословица. Можно говорить о ней. У римлян так было. Говорить или все, или ничего. У ней были ошибки, но она их исправила. Это пример. Плохой пример. Но когда он завершился, победа, это тоже пример. И может быть более даже действенный, чем когда все у него гладко. Родилась в верующей семье, жила жизнь, ее все любили. У ней было не так. И она торжествующе подошла к этому исходу. Повторяю, что кладбище, могилы, гробы принадлежат уже Богу. Она не может за себя полслова сказать, поэтому слова, не соответствующие действительности, будут разбираться на суде Божьем. Если она поступила неправильно, можно помянуть, но сказать. А результат, конечный результат, и засветет миндаль. Миндалью называется вот это тело. Да будет оно благословенно. И засветет, когда получит новое нетленное тело. И эта душа, которая вышла, войдет в то тело. И все это будет со Христом во веки веков. Аминь. Аминь. Твоем помяни, когда придешь нас, Господи, блаженны нищие духами, каких и Царство Небесное, блаженны плачущие, какие утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, яко насытятся, блаженны милостивные, иже помилованы будут. Разбойника рая Христе, жителя на кресте тебе возопивша, помяни мя, предсодеял еси покаянием Его, и мне сподоби недостойного. Блаженны чистое сердце, какие Бога узрят, животом господствуй и смертью во дворе к святых упокой, ее же приял еси от привременных, и помяни мя, когда придешь и во царствие Твоем. Блаженны миротворцы, какие сынами Божиими нарекутся, душами владычества и телесами Его же в руце, дыхание наше оскорбляемых утешения, упокой во стране праведных, ее же представил еси рабу Твою, блаженны изгнанны правды ради. Христос Тебя упокоит в стране живущих, и врата райские да отверзит Тебе, и царствие покажет жителя, и оставление Тебе даст. О них же согрешил еси в житии христолюбчие. Блаженные есте, когда поносят вам, изыдим и узрим во гробех, яко наги кости человека, червей снеть и сврат. И познаем, что богатство, и красота, и крепость, и благолепие. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесех. Услышим, что завет вы все держителю, вы ищущим зреть и страшный день Господень. Сей бо есть тьма, огнем бо искушаются всяческая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, безначальным рождением же и происхождением Отцу. Поклоняюсь родившему Сына, славлю рожденного,
пою просиявшего Отцу же и Сыну Духа Святаго, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Как от сосу Твоей млеко точишь, и Дева, как питаешь и питателя твари, якоже весь источивый воду от камня, жилы водные, жаждущие людям, якоже писася, он мне мир всем. И Духу Твоему. Премудрость, прокимен, глаз чистый, блажен путь, вон же идешь и днесь. Душе, яко уготовись и тебе место упокоения. Боже, будь Боже, идешь и дни, душе, яко уготовись и тебе место упокоения. Тебе, Господи, воззову. Послание апостола Павла, чтение. Вон мя. Братья, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Премудрость проси, услышим святаго Евангелие, мир всем. От Иоанна Святаго Евангелие чтение. Он мем. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, услышавшие живут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, изыдут творившее добро, воскресение жизни, а делавшее зло, воскресение осуждения. Господи, Господи, помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся упокоение души усопшей рабы Божией Валентины, о еже простите сей всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так это Господь Бог наш, ученик души, еже все праведные упокоиваются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прости, Боже, Царство Небесное, оставление грехов и у Христа, бессмертного Царя, и Бога нашего проси. Дьяволу празднивы живут миру Твоему даровавый сам Господи. Упокой душу усопшую рабы Твои Валентины вместе светле, вместе злачни, вместе покой, не отнюдь отбежи болезнь, печали, воздыхания и всякое согрешение, содеянное словом, делом или помышлением. Яко благи человека любит Бог, прости, яко не человек, и жив будет, и не согрешит. Ты один, кроме греха, и правда Твоя, правда во веки, и слово Твоя истина. Яко Ты все воскресенье, жизнь и покой,
усопшая рабы Твоя, Валентины Христе Боже наше, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и жезворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Проходите, прощайтесь. Прощайтесь, проходите, прощайтесь.